Что ждет украинцев на рынке купли-продажи вот в будущем году? Кардинально ничего не изменится. Я не вижу абсолютно никаких предпосылок, почему должно что-то измениться. Экономическая ситуация, если и будет улучшаться, она будет улучшаться очень медленными темпами. Инфляция заявленная там Гонтаревой на ближайших 3 года, там 12% в следующем году, там 10, например, там, через год, там, и 6 там, через 3 года. Ну, на нас это никак не повлияет. То есть, ну да, инфляция есть. Цены однозначно будут зависеть от стоимости строительных материалов, от уровня жизни. В любом случае уменьшаться цена не будет, это точно. Насчет того, будет ли она расти, вопрос сложный. То есть, возможно, некоторый рост будет, но я не думаю, что это в там, ближайших там, год-полтора это более 10% от той цены, которая сейчас есть в долларовом эквиваленте. Количество сделок однозначно будет расти. То есть тот минимум, который был в феврале этого года, ну это критический минимум, там все было плохо. Доллар там буквально там, за пару месяцев обесценился 3 раза. То есть я думаю, такого уже больше не произойдет. Ну, то есть не доллар, а гривна обесценилась. Одним словом, катаклизмов никаких не будет, все будет идти стабильно, хорошо, и рынок недвижимости будет расти вместе с экономикой Украины.